вопрос, Юрий. Поразительная вещь. Вот Сергей Кузнецов рассказывает, что он создал эту группу, что с него все начиналось, все главные песни, все хиты и так далее, и так далее. Сама идея. А сейчас этот человек, он тоже этого не скрывает, практически в нищете. Как так получилось? У вас есть свое объяснение? Так сложилась жизнь, потому что сколько бы я ему ни помогал и помогаю, чем могу, я не могу его содержать всю жизнь. У меня есть своя жизнь. И своя семья. Юрий, что значит так сложилась жизнь? Что с ним произошло? Он творческий человек. А творческие люди, они, скажем так, практически все не от мира сего. То есть они живут в каком-то своем окружении, в своем ощущении, и вытащить его оттуда я не в состоянии. Да никто не в состоянии, пока он сам оттуда не выйдет.